Да иди ты со своим мультиком. Да, минутку, давайте по очереди. Сначала Валя посмотрит. Как их высоко, да? Вон, наверх. Не высовывайся. Наверх. Вот, наверх. Поднимай головку. Что-то дядя там летят. Все, насмотрела? Да. Ой, там одного-то, смотри, как закрутила, Лен, смотри. На синим, да? Ну вот я не вижу, какой цвет, но вижу, а, вон, вот он крутится. Мотает, видно. Наверх, Олечка. Ой, чего же это он так? Бедненький. Да ничего, вот он. Бог даст. Ну, посочувствовать-то надо. Она не успеет. Все. Дай его мотать, мужчина. Может, нашего соседа? Выпрямилась. Так, Лиза, я тоже хочу. Лиза, ты знаешь, как это? Кто-то открылся, а у кого-то не открылся. Не, а ты представляешь, как Лена стоять на земле и ждать, когда потом приземлиться там надо. А там в воздухе... Они с флагами. С флагами еще, да. Ну, видимо, не знаю, кого. Республик, Союз Тут же кучек. Лиза, ничего не видно. Миша, тебе рождается чувство пойти в армию? Желание. Парашюты летят. На парашюте прыгнуть. Желание появляется. В армии нет. Ты пойдешь, может, в комнате поползать? Ну, мало точек, да, не пойдешь. Иди в комнате с девочками поползать. Надо, да, надо дверь, ага. Просто здесь никто не видит. А ты носок, мы носок, что носок? Да. Не ожидают. Быстро они спускаются. Она так туда? Ты сидишь с девочкой? Это просто. Что, он еще этот будет? Сабортует? Посмотри, Антон, у них почему-то скорость разная спуска, да? Какой сабортует? Так они же раз там выпрыгивают. Ничего не? А где он? У вас тоже тут? Он будет вон там, в катке, в катке. А, да-да-да, точно, я читала. Вы поедете? Да, ну какие-то. А там же ничего такого. Ну там так-то интересно у них. У них очень интересно праздники. Это типа конкурс там всякие, да? Ну да, подушками. Да, 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 по брюхам влазить, подушками кидают. Сегодня погода плохая. Быстро нет. Это тоже с утра, мне кажется, там часов 10. Это тоже, по-моему, 10 лет ничего. Это неудачно. Вчера хорошая погода. Они, смотри, как красиво реют. Эти еще там высоко его, тут он уже приземлится скоро. Они в разных местах, а рано они должны как-то маневрировать, сдвигаться. Ветер сносит. Приземлиться надо, да, удачно?